Я бы отдохнул, Виктор Харитонович. А ведь только народному избраннику сейчас и шагу спокойно шагнуть не дадут. Вон коллега наш, Игорь Потапович, в бане со студенчеством сфотографировали и с должности сняли со скандалом. Какой чуткий был, заботливый человек. Золотые слова, Юрий Венедиктович. Вокруг эти камеры, диктофоны, папарацци. А ведь мы не для себя отдыхать должны. Для народа, чтоб потом со свежими силами о нем думать. Народ у нас неблагодарный.